Всем доброе утро, друзья. Я проснулась часа три назад, только сейчас сделала чай. Вышла к себе на балкончик. И сейчас пьем чаек с видом на прекрасную Индию. Ну а пока я пью чай, посмотрите наши фоточки. Тряпки, видимо, что забыли, им что передают, я не знаю, что будет. Что они там делают? О май гад, лестница. И у меня такие веселые соседи, каждый день что-то новое. У меня как цирк здесь. Развлекаловка. Тянет лестницу. Намасте, доброе утро. Знаете, что я такая довольная? Потому что у нас был дождь. И у нас 34 градуса. У нас так свежо, так круто, на балконе вообще прохладненько, хорошо, дома у меня чуть жарко. Сейчас сделаю себе чай и попью его здесь. Вы знаете, уже мое место. Is it the look in your eyes, or is it this
на балконе. И потом поеду в магазин разбираться, что такое с моей карточкой опять неправильное. Интернет не работает нормально днем, только утром и вечером, как обычно. Я психованная, я злая. Смотрите, сколько мусора, просто ужас. Убрала в холле, еще подмела, сделала такую небольшую перестановочку у себя в комнате. Сюда думаю поставить чемодан. У меня раньше матрас лежал здесь, а чемодан стоял здесь. Потом я чемодан перенесла в холл, он там как раз в тему. Но я думаю, может быть, стол перенести сюда, поставить возле окна. И кресло перенести, поставить напротив стола, чтобы я тут кушала и любовалась видами. Это у меня вещи, которые высохли уже. Они тут лежат второй день. Я планирую убрать в шкафу, все поскладывать ровненько. Вот. Но сейчас мне как-то вот больше нравится. У меня в комнате такая атмосферка прикольная. Надо попробовать включить фонарики, посмотреть, как оно смотрится. Ну, красота. У меня еще есть один плакат. Тоже, по-моему, Ганеша, я не помню. Какой-то бог. Я его могу повесить вот сюда. И будет вот так. Раз, два, три. Будет прикольненько, красиво. Так, все, осталось сейчас помыть полы, сложить вещи, помыть окна. С той стороны я вам сейчас покажу, какие они грязные после дождя. Вам, наверное, отсюда не видно. Вот, эти вам точно видно. Смотрите. Все в потеках, поэтому нужно помыть обязательно. Чтобы было чистенько и красивенько. У нас уже солнышко. Мускарайка имбия. Смотрите, какая красота. Ну, еще разводы остались, конечно. Но это временно, они потом уйдут. Сейчас покажу еще, как я здесь убрала. Еще помыла немножко дверь. Вот, окна теперь блестят, сияют. Как зеркало. Чтобы перекусить. Наверное, поем супа. Супа. Только что потанцевала. Немножко подустала, но надо поесть суп все-таки и поехать разобраться с карточкой, наехать на них, жестко наехать. А еще мне должны заказать на Амазоне гречку, мою любимую. Точнее, она мне надоела за столько лет, я ее ела очень много. Ела только гречку и отварную курицу. Такие у нас врачи в Украине, они мне говорили, тебе ничего нельзя. Там редко-редко там отварные какие-то овощи, и то не все, а то будет болеть и все такое. Зашугали мой организм, вообще меня, и я себя чувствовала ужасно. А поэтому тут я сейчас давно уже гречку не ем, она у меня закончилась. И я ем только, я уже говорила, макароны, картошку такое. Но все-таки она нужна для организма, и наконец-то мне ее закажут. Подогрела себе суп, такой вкусный вчера приготовила вообще, овощной. И один кусочек хлеба.
и досыпала еще себе макароны. Что-то не хочу есть суп. Поем лучше макароны. Руками, как индусы. Божественно. Суп поем попозже, когда приеду с магазина. Потому что сейчас опять жарко, суп горячий, и я не хочу его есть. Знаешь, все отлично, твоя истеричка. Больше не плачет, в нее влюблен новый мальчик. Надо помыть посуду, хочу свой сок попить. Собственного приготовления, лимонный сок. Меня спрашивали в комментариях, как я готовлю лимонный сок. Ну, это типа лимонад без газа, можно считать. Вода, сахар, лимон. Лимон выжимаете и ставите в холодильник. И получается такой... хороший напиток. Как раз в России, в Украине уже скоро лето наступает, будет жарко. Не так, как в Индии, конечно, не такая жара сильная, но все равно будет жарко. И этот напиток будет вообще идеальным. Он и полезный как раз сейчас, он всегда полезный, как раз когда ковид, лимон как нельзя кстати. И плюс очень вкусный, нужно только не переборщить с сахаром и с лимоном, всего, чтобы было в меру. У меня здесь один маленький лимон, я его мелко порезала, выдавила, сначала в чашку это все. У меня есть это в прошлых моих видео, я показывала уже. Так что обязательно посмотрите, кому интересно. Ну что, надо собираться уже и ехать в магазин. Из продуктов мне нужен только сыр для бургеров, но я пока решила бургеры не есть, ну или, по крайней мере, без капусты. То есть только сыр будет там, огурец и лук немножко лука. И будет такой у меня мини-бургер. Который очень чистый после дождя. Сейчас достану салфетку. Блин. Надо бы ему парковку какую-то придумать. Батюля здесь, да? Ребят, у меня как будет получше с финансами, я обязательно куплю ошейник от блох и таблетку от глистов. И намешаю ей. Я ехала в этот свой магазин. Сейчас буду на них кричать. Буду ругаться. Что это такое вообще? Как так? Я заплатила за новую карточку, в итоге она... А она такая же, как и старая моя. Работает только утром. Как это вообще? Нормально? А они сегодня закрыты. Только я не пойму, почему. С 10, ну... С 10 до 7.30. Сейчас время 14.12. Почему они закрыты? Вопрос. Придется жить с этой карточкой. Но мне-то номер нравится. Он такой удобный. Его легко запоминать. Людей сегодня много, байков много. Опять же, сейчас возле метро, и то, видите, здесь тоже ездят байки. И все ездят по той стороне, потому что хотят проехать в сторону Мальвии, Мальвия-Нагар, Сакета. Я в воскресенье тоже должна ехать на Сакет. Ой, на Мальвию-Нагар. И я тоже поеду на скутере. Надеюсь, меня полиция не остановит. Надо будет какие-то пути искать. Такие, где бы меня не остановили. Все тот же популярный перекресток на Читарпуре. Машины есть. Улицы оживленные. Не сравнить, как было изначально. Магазины многие закрыты, некоторые открыты. Все в масках, рикши, овощи. Вот смотрите, пробки уже вообще. Я тут еду.
Я еду, и тут мне сигналят. Я думаю, это не сигналь, машина, я вижу, что ты едешь. Оказывается, это скорая. Я такая, боже мой, думаю, как неудобно получилось. Я сразу в сторону отъехала и, ну, потом уже увидела, что это скорая. Ну, там не что-то срочное, она бы тогда вообще включила бы сирену, а так нет. Просто ехала, мне сигналила, типа, давай с дороги в сторону. Я так соскучилась по улице, знаете, вот сидишь дома, хочется уже и с друзьями увидеться, поехать куда-то отдохнуть, в парк, к воротам Индии, какое-нибудь интересное место, в Селект. Хотелось бы поехать. Но меня радует такое движение. Еще, конечно, когда все будут магазины открыты, это будет вообще прям Индия настоящая. Потому что сейчас еще все закрыто. Меня и на еду сейчас особо не тянет, потому что жарко у нас. Гоняют все. Поначалу я ездила, можно сказать, одна. У меня еще, ну, может быть, два байка было. Сейчас же очень много байкеров. Приехала я к своему любимому магазинчику. Хочу позвать собачек. Вот ты моя хорошая. Привет. Как твои дела? Золотая. Ой, подожди. Ты сонная, ты шатаешься, да? Что, жарко тебе, да? Жарко. Смотрите, для них какая-то будка есть. Это хорошо, что я здесь спрятаться от дождя. Шути. Так, сейчас надо... Фу ты, красавица. Я посмотрю, есть ли тут сок. О, тропикана есть. Все отлично. Куплю, значит, сок и сыр. Ну и собачки что-нибудь. Потому что сейчас людей мало, их мало кто кормит. Еще бы мне нужна, знаете, что обычная тряпка. Но я ее не здесь брала. Это что? А, это пакеты. Это не то. Освежители. О, паста. Это у меня все есть. Это Apple. И сыр я хотела взять тоже.
Буду брать маленький. 122 рупии. 22 апреля. Это очень... Я думаю, это не для щенков. Так, это для кошечек. Конин мини. А, Royal Canin 100 рупий. 100 рупий. Вот, возьму. How much this? 35. This for child? For child? Small dog? Okay, and this? This one is for adult. This is small dog on street? Yes. Small? Okay, this. Ты моя хорошая, я тебе купила корм. Кам. Иди сюда. Иди сюда. Здесь покушай. Голодная, боже мой. Что случилось с собачками, они гавкают. А человек приготовил палку. Если он сейчас на собаку кинется, я, блин, просто разорву его на мелкие части. Я знаю, что тут есть, некоторые бьют палками собак. Но я не позволю этого. Why you do this? Че уже? Я, блин, так намахнусь. It is here? You in this shop? Okay. Я слежу сейчас, не дай бог он ее ударит. Я не знаю, что произошло, почему это происходит сейчас. Китна? Окей, да. Все, ребят, купила булочки. 60 рупий за 4 булочки. Сейчас еду домой. Ну, улица особо сегодня... На улице особо нечего показывать. Все как обычно. Что-то с собаками случилось. Я не знаю, почему они лают. Но людей, мне кажется, с каждым днем все больше и больше. Этот человек запомнил меня. И дай бог ударишь палкой, я тебя ударю скутером. Знаете, мне вообще не страшно. Мне вообще не страшно, если я заступаю за животных, и я не могу видеть, как их бьют палками. Я скажу, какой бы это ни был человек, я не могу смотреть на то, как издеваются и вообще ненавидят животных. Это собаки, да, они гавкают. Люди тоже бывают гавкают, только похлеще. У меня 6 часов вечера, я только проснулась. Пришла, поела, у меня была какая-то слабость. Я не понимала вообще, что это и почему. Легла, поспала, проснулась, опять поела и еще сильнее слабость. Я уже начала себя накручивать сразу, как обычно.
померила температуру 2 раза, температура в норме. Думала, может быть, от жары или от того, что сегодня очень много по дому чего сделала. Плюс ездила, было тоже жарко, я устала немножко. Вот, потом второй раз еще раз поспала, проснулась и уже вроде как получше. Но немножко побаливает голова. Сейчас хочу пойти попить чая, возможно, что-то перекусить. Хотя есть не особо хочется. В воскресенье ждите очень интересное видео с тренировки, и это будет не Чатарпур. Это будет не мой дом. Я поеду в другое место. И будет больше русских девочек, танцовщиц. Вам будет очень интересно это посмотреть. Я вам покажу моих индийских друзей, знакомых. Поэтому обязательно следите за моими следующими видео. Всех люблю, всех целую. Берегите себя.